Это я думаю, починить или не починить. Ну, какой смысл его чинить, если я все равно буду его сжигать? Что ж, погнали. Ну все, мы на старте. Я слово дал, что в случае твоего проигрыша твоя машина будет сожжена. Сейчас будет завершительная гонка. Финальный заезд, после которого решится, чья машина будет сожжена. Спустя тысячи лет, наконец-то, эта последняя гонка состоится. Асам, что скажешь? Очень сильно волнуюсь. Я уверен в своей победе. Надеюсь, выиграем. Последние слова перед гонкой. Сейчас сжигать будем. Приехали за бензином. Я 5 месяцев ее собирал. 5 месяцев. Газ, газ. Ну все, ребят, сегодня заключительная главная гонка. Разбитый CLS. Ахмед, конечно, на гонку пришел с такой наклейкой. Хайпануть хочет, заработать этого. Я больше чем уверен, что сегодня я заберу эту гонку. И сегодня CLS будет гореть. Ждите. Сейчас должен состояться финальный заезд, после которого решится, чья машина будет сожжена. И честно, Асхаб очень нервничает, Ахмед очень нервничает. Никто не хочет свою машину отдавать. То фальш-старты у них, то это, то другое. Короче, никак не могут стартануть. И я думаю, хотя бы сейчас что получится. Эта машина будет гореть. Кстати, это тоже обязательно уберем. Это я думаю, починить или не починить. Ну, какой смысл его чинить, если я все равно буду его сжигать сейчас. Кстати, Ахмед, ты забыл свою шапку. Опа-на. Ну что ж, погнали. Кстати, без ошибок все идеально, ни чека, ничего. Состояние, конечно, плачевное. Но ничего страшного, скоро она будет гореть, ждите, ребят. Нужно признать, что выхлоп, конечно, нереально громкий. И все, поехали. Сейчас сжигать будем, приехали за бензином. А где сжигать? Где сжигать чего? Ну я, честно сказать, не хочу, чтобы ее сжигали. Если я тебе советую, не буду. Короче, да, приехал на бензин, я думаю, сотый купить или 95-й. Я думаю, самый дешевый можно было купить. Все, давайте, короче, ребят, я скоро закину ролик, как сжигаю. Ребят. Я 5 месяцев ее собирал, 5 месяцев.